Всем привет! Сегодня я хочу показать, как я буду делать вот такие вот подставочки под журнальчики, под книжечки. У меня есть, вчера купила вот такую вот самоклеящуюся пленочку красивую. И у меня лежали, как раз остались от Нового года у мальчишек коробки Лего. Так как я люблю что-нибудь постоянно делать руками, то я не стала их сразу выбрасывать. У меня появилась идея сделать вот такие вот подставочки под книги или под какие-нибудь их бумажки, мелочи. Под те же самые даже инструкции, потому что у них их много скопилось. Нам понадобятся ножницы, такая клеенчатая штучка и такие коробочки. Сейчас я буду отрезать, измерять, сколько мне потребуется. Вот я вырезала такую заготовочку и еще одну. Сейчас я буду их вот так я обклеила уже одну сторону. Вторая сторона у меня еще не обклеена. Сейчас я обклею вторую сторону, вернее одну сторону у этой коробочки еще. Нет, наверное, я сделаю не так. Так как они у меня будут вместе. Одну сторону можно как раз внутреннюю не обклеивать, только вот здесь сделать каемочку. То есть я сейчас обклею это, получится экономнее. И так вот красивенько будет. Вот у меня получились такие две коробочки. С одной стороны они заклеены, с другой нет. Сейчас я буду их соединять. Потом можно будет добавить сюда какую-нибудь бирочку, что здесь лежит. Вот такие вот коробочки у меня получились. Вот. Вот я их склеила вместе гель-моментом, вот таким вот. Вообще я люблю делать руками для дома что-то. Во-первых, мне это очень нравится. Во-вторых, это экономно. Вот, например, мы с Трофимкой делали вот такую поделку в садик. Тут пуговички, у меня была рамочка. Но к ней, по-моему, не было стекла. Я ее не выбрасывала, я знала, что она мне пригодится. А вот, и мы сделали такие пуговки, тут елочку из ватных дисков. Такая поделочка хорошенькая получилась. Нам ее потом отдали, и я думаю, что на следующий год она у нас будет стоять дома, на подоконнике или еще где-нибудь. Вот, сейчас я буду доделывать вот эту часть коробочки. У меня... Ну вот, моя подставочка готова, слишком я не измудрялась. Вот эту вот полосу я делала из вот таких вот кусочков, чтобы сэкономить пленку, так как она достаточно дорогая. И все равно здесь будут стоять книги, то есть видно, каких-то неровностей не будет. Вот такая поделочка вот на скорую руку. Вот можно даже попробовать сюда положить вот такую вот книжку, которой мы с Машей занимаемся. Ну, пожалуйста. Вот, все замечательно. Все. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.